rest in place. Уважаемый Акылбек Сумбекович, приветствую вас в столице Армении и хочу лично вас поздравить с назначением председателем Кабинета министров Кыргызской Республики. Я надеюсь, что и уверен, что нам удастся дальше развивать отношения между нашими странами. Конечно же, у нас есть общие организации, это Евразийский экономический союз, это союз независимых государств. Наши страны являются членами организации договора коллективной безопасности. И, конечно же, для нас очень важны, и мы очень ценим наши двухсторонние отношения. И надеюсь, что нам удастся развивать эти отношения тоже, особенно активизировать торгово-экономические связи. Еще раз поздравляю и приветствую вас. Спасибо большое. Радушный прием, прекрасную погоду. Надеюсь, у вас все хорошо. Конечно, последние два года в условиях пандемии торгово-экономические отношения не очень радовали нас, но темпы, которые показывают последние 6-9 месяцев, в итоге показывают, что мы начинаем налаживать эти взаимоотношения, но общий объем товарооборота, он, конечно, никакой, если так сказать, да. Хотелось бы вместе с вами обсудить именно вопросы торгово-экономического сотрудничества и нашего взаимодействия в рамках обозначенных вами организаций, как в экономике, так и в ОТКБ, чтобы мы могли поддерживать друг друга в тяжелые времена, в хорошие времена тоже.